Господа, не забывайте ухаживать за дамами. Все стулья одинаковые. И не забывайте, что здесь юридическое заведение. Держите осанку стройно. Итак, давайте приветствовать тех людей, которые сегодня заключат брак не только здесь, но и на небесах. Как вы понимаете, там их уже одобрили. Прошу приветствовать нашего жениха. Встречаем людей, над которыми мы будем издеваться, шучу, которые будут развлекать нас на протяжении всего вечера. Но если серьезно, это те люди, которые засвидетельствуют сегодняшний праздничный момент. Итак, наши свидетели! Прошу, встречайте. Наша невеста в сопровождении отца. Медленно, красиво, грациозно. Не торопитесь. То, что сделал сейчас папа, это поистине важно. Отдал в ваши руки свое золото. Дорогие молодожены, создавая семью, вы добровольно принимаете на себя великий долг перед друг другом. Посмотрите в глаза своей прекрасной Татьяны и повторяйте за мной. Обещаю тебя хранить, а также хранить любовь и верность до тех пор, пока смерть не разлучит нас. Я, Томиленцева Татьяна Владимировна, абсолютно правильно проверил, трезвый вы еще или нет. Помните фамилию, хорошо. Беру тебя, Александр, в законные мужья. Является ли ваше решение вступить в брак взаимным и добровольным и отныне носить общую фамилию отдельного? Недолго думали. Молодожены, прошу вас, наденьте друг к другу обручальные кольца в знак любви и преданности. И пусть они напоминают вам о торжественных клятвенных словах, произнесенных в присутствии близких друзей. Александр и Татьяна, подойдите, пожалуйста, к столику и скрепите своими подписями семейный союз. С вашего взаимного согласия и по доброй воле ваш брак регистрируется. Объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга аплодисментами и поцелуем! Сегодня на планете Земля на одну семью стало больше. Да здравствует Украина! Да здравствует Одесса! Помимо того, что мы дарим им подарки, нужно еще фотографироваться. Ну так повелось. Семейный доктор старший, семейный доктор младший. Прошу. Итак, приветствуйте водопадами аплодисментами от создателей невесты, родителей невесты. Итак, друзья, приветствуйте человека, который будет обеспечивать безопасность невесты и не только. Прошу, свидетель со своей семьей. Они с первого праздника вместе. За все, что они делают, отвечают вместе. Свидетель и жених. Хороших друзей должно быть много. У вас такие есть и продолжают прибывать к вам. Саша, Аня, Юля. Позитивная цепочка любимых друзей продолжается. Давайте, ваше время настало. Но не больше, чем 3 часа, хорошо? Свадьба? Кто знает, что может случиться. А мало ли, кто-то еще и невесту украдет. Встречайте, стоя, аплодисментами, наши молодожены! С данного момента почетный праздник считается открытым. Сегодня можно смело считать, что великий день защиты детей на одну семью на планете Земля стало больше. Руслан Костов специально для вас.